Бердск со всей страной разделил скорбь по погибшим в Бесланской трагедии и 3 сентября присоединился к акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. Идейные боевики и фанатики-смертники не просто убивают и калечат. В своем стремлении заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми путями. В России с 2005 года учреждена памятная дата – 3 сентября, День солидарности в борьбе с терроризмом. События неразрывно связаны с сентябрьской трагедией 2004 года, когда День знаний стал днем траура и скорби. Террористы захватили в заложники детей, их родителей и учителей в школе номер 1 города Беслана. В результате теракта погибли более 330 человек, из них 186 детей. Боль бесланской трагедии эхом отзывается в сердцах берчан. Жители и гости города собрались на площади Горького вспомнить жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Минутой молчания жители почтили светлую память погибших и выпустили в небо сотни белых воздушных шаров.